Ну, сходили мы в этот бар. Что я могу сказать? Полуподвальный формат. Место центровое. Клиенты заходят, приходят. Не пустое. На баре девушка молодая, не знаю, может ли 25. Ну, профессионал вроде как бы, но сильно, как это, не заглядывает в душу, так скажем, быстренько обслуживает. Достаточно резко. Вот. Получает хорошие чаевые. Да, ну она получает хорошие чаевые. Мы, конечно, для Красава. нее с бокалом пива, с лимонадом были не клиенты. Это все понятно. Это даже было очень, даже читалось. Так, конечно, ремонтик свеженький. Есть авторские рисунки 19-го года, даже какого-то именитого художника потолок он им расписал в космической теме. Пиво неплохой ассортимент. Она сказала, девушка, 620 наименований у них. Не знаю, насколько эта информация точная, но сказала, да, так и есть. Ну, скажу так, по местам, где я была, пока самовар рулит. Там, конечно, и обслуживание, и вид, и красота во всем, и с клиентом работа, и вообще Красава. само пиво просто охренеть не встать, пока еще никто самовар не перебил. Кстати, дают попробовать пиво. Наливают маленькие, аккуратненькие такие шотики. И разрешают попробовать. Это первый раз я такое встретила. Мило, прям мило. Ну, голос Америки такое, конечно, пиво плотное. Там 16 плотности, 7,2 оборотов. Ну, вкусное, неплохое такое. Хоть оно не фильтрованное, но такое светлое, насыщенное, многогранный вкус, слегка сладковатый. Не знаю, прикольное. А второе, вот этот план, отличный план. Оно немного похуже на вкус. Оно такое какое-то слащавое, дрожжевое. Вот. Пила я там в этом баре пшеничное. Ну, тоже, опять же, неплохое, вкусное, но вот все что-то дрожжами отдает. Это не мой любимый вкус. Попыталась, чтобы девушка подписалась на твой канал, но она сказала, я не сижу ни в каких соцсетях, мне это не нужно. Довольно резко. Так что не будет она твоей поклонницей.